Это не просто шкаф, это целый мир. Я рад вас видеть и провести экскурсию в своем не просто шкафу, а шкафу, созданном по последним достижениям науки. Я сделал то, кто боялся и не решался сделать ни один человек в этом мире, ни один ученый, ни один философ, ни один инженер. Я сделал то, что, по мнению некоторых, было невозможно из-за того, что они всячески ограничивали свое мышление стереотипами. Но я полностью изменил это. Я сделал то, во что никто из вас до этого не мог никогда даже представить. Я провел цвет в шкаф. И сейчас я покажу вам, как это выглядит. Итак, смотрите. Теперь любой человек, используя эту разработку, может сидеть в шкафу, заниматься своими делами в любое время дня и ночи. Как? Эта идея пришла ко мне совсем случайно. Я сидел ночью в темном шкафу, и я не понимал, как можно сидеть в шкафу без света. Ведь это место, где я провожу большую часть своей жизни. Я сначала не понимал, действительно ли мне предстоит находиться в полной мгле. Но потом в мою голову пришла идея, гениальная идея провести сюда свет. И теперь я могу делать все, что хочу здесь, в шкафу. И видеть, что самое главное, видеть себя, видеть свои руки, свое тело и любые предметы, находящиеся в шкафу. Теперь моя жизнь в корне изменилась. Я благодарен самому себе за то, что я это сделал. Я провел свет в шкаф. А на что готовы вы, чтобы достичь ранее невозможных вершин? Не ограничивайте свое мышление, не ограничивайте свою жизнь. Помните, что только вы хозяева своей жизни. И все в ваших руках. А если вам понравилось это мотивирующее видео, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Давайте разъебем пьедестал вместе. Всем пока!